Трамп обвинил Байдена в опасных обещаниях Украине, что спровоцировало Путина начать полномасштабное вторжение. Кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп считает, что его оппонент, действующий лидер страны Джо Байден, ни в коем случае не должен был обещать Украине вступление в НАТО. Об этом он сказал в эфире подкаста All In. Политик убежден, что именно эти опасные обещания Байдена, подогревавшие намерения Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу, спровоцировали вторжение России в Украину. «Я уже 20 лет слышу, что если Украина присоединиться к НАТО, это будет реальная проблема для России. Я слышал это долгое время. Я думаю, что именно поэтому эта война началась», — заявил Трамп. Он добавил, что Байден постоянно говорил неправильные вещи. Одна из неправильных вещей — он сказал, что Украина войдет в НАТО. «Когда я слышал, как он говорит, я думал, что этот парень начнет войну», — отметил политик. Трамп еще раз подчеркнул, что война в Украине никогда не началась бы, если бы он оставался президентом. 4 года никто даже не говорил, что Россия нападет на Украину. Этого бы никогда не произошло. Россия не собиралась нападать на Украину. Как только я ушел, они начали стягивать силы к границе, сказал он. Ранее экс-президент США неоднократно обещал быстро остановить войну на Украине после победы на президентских выборах. По его словам, он очень хорошо знает и президента России Владимира Путина, и президента Украины Владимира Зеленского, поэтому ему удастся решить эту проблему очень быстро. Напомним, что по данным соцопросов Трамп лидирует в колеблющихся штатах, которые считаются ключевыми на президентских выборах в США. Согласно опубликованному опросу американского института Rasmussen Reports, 46% граждан США в настоящее время готовы проголосовать за Трампа. При этом действующий президент Байден может рассчитывать на поддержку 36% избирателей.